песня «September Sun», «Солнце сентября», что вы наше солнце сентября, с праздником, с днем города вас, хорошего вам настроения, благополучия. Мы продолжаем наш концерт сегодня. Пьесы, без которых практически не обходится ни один джазовый концерт. Поэтому я, скорее всего, не буду объявлять эту композицию, вы сами ее узнаете. Thank you.
нас такое вот, когда я планировала, думаю, что же, как я предстану перед публикой, что 6 сентября мне хотелось бы спеть. Ну, так как у нас осень, вообще мое любимое время года. Те, кто давно-давно ходили или ходят на мои концерты, знают прекрасно, что я всегда эту песню пела. Но я эту песню очень давно не пела. Эта песня не моя, это такая старая красивая баллада о любви, конечно. Называется она «Осенние листья». Так что «Autumn Leaves». Days grow long.
что сейчас прозвучит песня, она, наверное, является такой мини-премьерой. Мы, конечно, уже где-то ее исполняли, но у меня такое ощущение, что вы еще не слышали. Песня называется «Оглянись». Эту песню придумала я. Владимир Нестеренко придумывал аранжировку. «Оглянись». «Нет, не любил он». А я не знаю, куда пошли ребята. Они решили, что, в общем, все, не хотят больше просто со мной. Вот видите, какой экспромт. Вот он из настоящих джазовых музыкантов.
и не только джазовую, и до экспромты на сцене. Дело в том, что у нашего гитариста порвалась струна. И поэтому сейчас я сама сяду за инструмент и спою вам свою песню. Концерт, это было, наверное, полтора года назад в клубе «Союз композиторов» у контрабасиста порвалась струна, также на концерте, и он продолжал играть дальше на трех струнах. Но, так как эта песня все равно задумывалась в этом концерте, я ее спою просто чуть раньше. Эта песня новая, написалась сравнительно недавно, это, как говорится, из последнего, она называется «I wish», что я прикладываю все свое сердце и желаю вам всего-всего самого доброго. I
После программы сейчас будем искать. Освободите меня. Все, не включили. Гитару починили, все хорошо. Ну а теперь то, что я объявляла. Нет, не любил он. Не любил, не любил, не любил.
Ну что ж, друзья, я думаю, что настало время, возможно, и вместе что-то спеть. Незатейливый припев. Я думаю, знаете, что мы сделаем сейчас? Владимир уже запел, уже начал. Мы сделаем по-другому, знаете как? Если Владимир даст мне ноту ля, маэстро, кто-то там пытался. Давайте разучим. Я вот так вот предлагаю разучить. Нет, это немножко не но. Все очень просто. Смотрите, слова простые. Я так хочу быть с тобой. Эту песню я вполне могу посвятить сегодня моему родному городу, в котором я прекрасно родилась и прекрасно себя чувствую. Это город Москва. Даже поаплодируем, не знаю. Соединиться. Песня называется «Я так хочу». Я думаю, что вы мне, может быть, даже под настроение просто будете вторить. Давайте я не буду вас мучить. Давайте я просто начну исполнять. Песню придумала я. Помидорами не кидайте.
сегодня на этой сцене пою не только я. Поет прекрасный мужчина. Его зовут Семен Величко. Он не просто хорошо поет, я люблю его голос, просто он еще очень хороший человек и мой близкий друг. И сейчас я покину эту сцену и оставлю на этой сцене одного Семена. Он споет прекрасную песню. Добрый вечер. Асю, ты знаешь, как я тебя люблю? Да? Твой голос. Вместе мы любим Москву, она хотела сказать. Да, это так. Myself to you, buying soul.
У нас просто еще, представляете, у нас еще гости, пока не буду вам говорить. Да, приехал Собянин, поздравить с днем города. Шутка. Нет, у нас гораздо приятнее гость, гораздо приятнее и поющий. Но я чуть позже объявлю. А сейчас прозвучит песня, которая носит название «Блюз». Thank you.
Дорогие друзья, сейчас я все-таки хочу представить нашу таинственную гостью. Анастасия Беляева приехала после миллиона работ. Анастасия Беляева, где ты? После тысячи работ. Сегодня просто, понимаете, день города, у артиста это так называемый хлебный день. У нас у всех по пять работ, но мы, тем не менее, собрались вместе. Настя, Анастасия Беляева. Анастасии, потому что она для меня тоже сюрприз. Что там приготовила Анастасия? Здравствуйте. Простите, правда, немножечко такое состояние уже уставшее. Буду петь я песню, которую для сегодняшнего концерта мы подготовили с моей командой. Одна ее исполняю впервые, и в принципе сегодня впервые. Но настолько она чистая и светлая, что не могу вас ею не порадовать. Надеюсь, так и будет. Песня о Москве на русском языке из мюзикла «12 стульев». Можно побольше гитары, пожалуйста. Улицы бульваров, где навстречу весне просыпается листва и под шелест газет на скамейках тротуаров просыпается город Москва. На трамвайных путях, гладя рельсы, как морщины, едет старый трамвай с пассажирами в окне, и снуют тут и там поливальные машины, улыбаясь московской весне. Следующий, простите, ради бога, уже. Это было прекрасно. Вот такая этюд. У нас был сегодня целый огромный сольный концерт на Поклонной горе. Я представляю, какое это состояние. Очень трудно. Но это здорово перед стадионом, да? Это классно. Но сейчас мы споем песню, которую мы, кстати, уже пели.
Когда-то. Следующую композицию мы позволим себе исполнить. Автор исполняет. Называется композиция «Why».
с таким знаком вопроса. Но почему? Спасибо большое, дорогие друзья.
концерт неумолимо продвигается к окончанию, но у нас в запасе еще есть стихи, анекдоты. Баян Тамада, Владимир Нестеренко, пожалуйста. Свадьбы, банкеты, корпоративы. Ну что ж, сейчас еще одна моя любимая песня. Она не моя, поэтому любимая. Ой, как приятно. Ой. Ой.
Мы одноклассница, представляете, как приятно. Спасибо. Неожиданно приятно. Вот на самом деле, вот искренне могу сказать, что концерты — это всегда такой действительно маленький праздник, потому что никогда не знаешь, кто в этот раз придет к тебе на концерт, с кем ты увидишься, кого-то ты встречаешь, не видел много-много времени. Это очень приятно всегда. Так что спасибо вам большое, друзья. Одинокая против того, только слышно.
Спасибо.